Ангарчанин Игорь Торопов удостоен почетного звания заслуженного работника физической культуры и спорта Иркутской области. Губернатор при Ангаре Игорь Кобзев подписал соответствующий указ. У именитого тренера по баскетболу за плечами более 30 лет наставнической работы, сотни наград воспитанников и победы в различных турнирах. Сам Игорь Анатольевич считает, что это высокая оценка его добросовестного и многолетнего труда. Секрет профессионального успеха узнавали мои коллеги. Отличный рост, точный бросок и немного удачи – вот слагаемые хорошие игры. К этой формуле успеха Игорь Торопов прибавляет еще и огромный труд. Он в спорте со школьной скамьи. Про себя говорит так – баскетбол – это вся моя жизнь. Ребенок, пацан, он должен быть атлет. Это во-первых. Во-вторых, баскетбол ему в жизни поможет как-то продвинуться, встроиться в эту жизнь, потому что, сами понимаете, дети и взрослые – это всегда коллектив. А в спорт, конкретно баскетбол, дает пацанам уверенность, они коммуникабельны, они развиваются, они пробиваются, и баскетбол им помогает в жизни найти себя. Игорь Анатольевич – тренер высшей категории спортивной школы «Сибирь». Более 30 лет он воспитывает баскетболистов. А те, конечно, отвечают взаимностью, выкладываются на тренировках, а потом показывают хороший результат на сборах. Ангарская команда не раз становилась призером различных соревнований. Более того, выпускники Торопова зачастую выбирают обучение в спортивных вузах. Игорь Анатольевич – очень хороший тренер. Он требовательный, и на тренировках он заставляет работать для дальнейших успехов. Сегодня у Игоря Анатольевича две слаженные команды 2004 и 2008 годов рождения. С ними тренер собрал немало трофеев. А еще он вместе с другом 7 лет назад организовал баскетбольный клуб «Ангара» для сборной ветеранов мужской и любительской команды. А дома своего героя всегда ждут его любимые девочки – красавица-жена и две дочери. Сам Игорь Анатольевич про высокое звание заслуженного работника физкультуры при «Ангаре» скромно говорит: «Всегда стараюсь хорошо делать свою работу. Отсюда и результат». Мария Константинова, Роман Буйнов. Местное время.